Приветствую вас. К сожалению, свой вопрос вы не дописали. То есть на момент записи моего ответа у вас история обрывается на заголовке, и дальше вы не раскрываете ни сути проблемы, собственно, не задает никакого вопроса. Соответственно, ориентироваться можно только на то, что вы уже написали. Значит, написали о том, что у вас была подруга, в дальнейшем она стала крестной вашей дочери. Прошло время, и вы узнали, что муж и крестная любовники. Вы прекратили с ней общение, и дочь также прекратила общение с ней. Ну, что, в общем, вполне логично, на мой взгляд, то, что вы сделали. Пожалуй, любой бы человек на вашем месте поступил бы так же, ну, по крайней мере, что касается дочери, совершенно точно. А вот что касается того, что вы перестали общаться со своей подругой, вот здесь, наверное, можно будет немножечко с вами как-то подискутировать. Дело в том, что видите ли, вы обвиняете, ну как бы вините подругу в том, наверное, что она стала любовницей вашего мужа. И понятно, что вы, ну, не можете, не смогли оказались не в состоянии с ней общаться так же, как общались до этого. И вообще-то говоря, это, ну, понятно, почему вы могли общаться с ней. Но бренд заключается в том, что если вы вините подругу свою в том, что произошло, в том, что, собственно, да, она и ваш муж стали любовниками, то это, ну, как бы по меньшей мере, это не совсем, знаете как, не совсем, я бы сказал, справедливо по отношению к подруге. Почему? Дело в том, что сама по себе подруга несет лишь половину ответственности за то, что произошло. Остальную половину ответственности несет ваш муж. И вот тот вопрос, который вам, ну, желательно бы себе задать, он заключается в том, почему произошла такая ситуация. То есть, почему случилось так, что ваш муж вообще допустил, вообще позволил себе вступить в отношения с другой женщиной. То есть, условно говоря, что его на это спровоцировало? Обычно элементарная, банальная неудовлетворенность чем-то, например, отношениями там, с вами, или, может быть, чем-то еще, какие-то ссоры, может быть,
Может быть, какие-то разногласия между вами были и так далее. То есть нужно понять, что заставило вашего мужчину завести любовницу. Потому что, ну, вы же не думаете серьезно, что подруга, ваша подруга, да, она вот как-то хотела вам именно вот навредить. То есть у нее была такая цель обязательно вам навредить. Навредить, например, разрушить семью. Ну, я не думаю, если честно, что такова была ее изначальная цель. Это, ну, наивно так думать. И достаточно деструктивно. А значит, то, что произошло между вашим мужем и подругой, это следствие определенных обстоятельств. А каких обстоятельств нужно разбираться, каких обстоятельств нужно уточнять, но то, что произошло, ответственность за то, что произошло, не только ваша подруга, но и ваш супруг тоже. И вот нужно вам вот это понять. И причины, по которым такая ситуация вообще получилась, стала возможной, нужно разобрать. И если вы разберете эту ситуацию и сможете ее понять без обвинений, торопливых обвинений, например, вашего мужа или торопливых обвинений вашей подруги. Если вы сможете это для себя уяснить, если вы сможете это для себя определить, то вы сможете, у вас появится шанс сохранить отношения и с подругой. Ну, естественно, они будут другими, естественно, тоже вам решать, заходите вы общаться с ней или нет, как сама подруга объясняет то, что произошло, и вообще это уже другой вопрос, это уже вопрос, как бы такой, вопрос пояснений. Но факт тот, что дочь, ваша дочь, которая получила крестную мать, вот этих моментов, скорее всего, не понимает. И она не понимает, почему крестная перестала с ней общаться. И если вы не хотите, чтобы вот у крестной были проблемы, если вы не хотите, чтобы у крестной были проблемы именно с, ну, с дочерью, с вашей, чтобы ваша дочь не испытывала неприятных ощущений, не думала, что это, не дай бог, там, из-за нее произошло, да, вот то, что случилось и так далее, потому что дети, они склонны видеть проблему в себе. Так вот, чтобы этого не произошло, ситуацию нужно разрешить, желательно разрешить. Именно вот с этой позиции. Потому что, ну, я понимаю, вы думаете о себе, вы думаете о своей семье, но ситуация заключается в том, что только об этом думать вы не можете, и вам нужно, вам желательно думать еще и о своем ребенке. Просто потому, что ребенок может получить травму. С вашим мужем, я полагаю, вам нужно также разобрать ваши отношения,
проработать их, потому что там явные проблемы между вами, там явные взаимные претензии, как мне показалось, там явные, ну, явные между вами недомолвки, недоговорки. И снимите, если вы это делаете, постарайтесь снять вот эту долю ответственности за то, что произошло со своей подругой. Однозначно, вот однозначно ответственность постарайтесь снять. Потому что, еще раз повторю, подруга ваша несет ответственность поскольку. То есть тут нужно разбираться. Разбираться в обстоятельствах того, почему они стали любовниками. И как ваша подруга сама к этому относится, как она сама себе это объясняет, например, ну и так далее. Вот это все очень важно. Это все, ну, предельно важно, я бы сказал. Для того, чтобы принять решение наилучшим образом, подходящее вам. Чтобы не потерять людей, которые действительно к вам хорошо относятся, чтобы не разрушить семью и чтобы не травмировать вашего ребенка. Ибо уверен, что ребенок, он этого не хотел, и ребенок этого не заслуживает. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вы, если захотите дополнить свой вопрос, потому что вы все-таки не дописали его, если ваша проблема, она все-таки в другом, то вы тогда дополните его. А мне в личном сообщении напишите, пожалуйста, что вы это сделали, чтобы я прочитал дополнение и, может быть, еще раз, еще вам что-то добавил, уже исходя из тех обстоятельств, которые вы добавите, и исходя из вашего запроса, потому что, ну, может быть, у вас совсем другой запрос, вы это знаете лучше, вот, важно донести его до нас. Желаю вам всего самого доброго и удачи!